Мы зашли в Walmart. Сегодня Виталик не работает. Да. Ищем, короче, спасательный прибор. Нужны. Что тут? Бинокли разные, да? Оптические прицелы. Что тут? Секиры всякие, да? Ножи. Ножи, 47, мачете. 24, 29. Фляжка. Фляжка стоит... Это на его цена? На него цена, да? На нее? Да. 19,82. Пластиковое горло. И чтобы наполнить ее... Кружки разные. Открывается крышка и широкое горло. Угу. Вот. Сколько? 1.5 инча. И потом она закупоривается плотно. А это такое... Какие-то это... Не пневма, да? На CO2 сюда идет газовый баллончик, который выталкивает шарики. Вот. Баллончик. Угу. Как баллончик для сифона, чтобы воду газировать. И газ такой же, CO2. $56. Вот они, вот этот баллончик, он шарики. Ну, оружие нас, Виталик, не интересует. Галки. А, две в набое получается, да? 4.97. А вот здесь нам что-нибудь нужно? Черемах висбиф. С этим. С говядиной. Набор пирогов такое. Штучка. Куда я класть как его? Как кобура, да. Угу. О. Топорик. А это что такое? Точильный камень. Я не понял. Это тут что-то нарисовано. Точить? Скрейп. Что-то, короче, что-то скрести. Фаржест. Ой, какая это. Мачете. Мачете. 14.90. Кстати, она может как топор служить, если достаточно толстый клинок. Здесь есть ножовка. Угу. Это хорошо. Это хорошо. Вот нам что надо. Здесь тоже ножны. Веревки. Да. На него можно навешать пару пакетов или там 4 пакета. И вот эта вот мягкая штука. Угу. Термосы, а, смотри, Виталька. Кстати, компас. Термосы огромные. Но цена так, в общем-то, не дешевая. Но, в принципе, нормальная, я думаю, да? 35, 33, 20 какой-то из них. Вот в таком лесном стиле, походном. 15 почти долларов. Прикольная штука. На карабинчике, значит, у вас нож, набор шестигранных этих ключей, гайки какие-нибудь откручивать, болты и ложка. Вот, пожалуйста. Мы нашли карты, но карты непростые. Там, ну-ка, Виталик, расскажи нам. Хотя они игральные карты, но на каждой карте содержится какой-то совет. Как разжечь костер, как поставить палатку, как пользоваться компасом, как вязать узлы на веревках. Здорово. Вот. Я думаю, мы возьмем. Есть компас такой. Так, компасы разных видов. Такой, да, есть и такой. Еще, есть и еще вот, ну, в районе вот. $5 они все стоят. 4.97. Вот такой компас с бинокуляром раскладывается. Такая штучка. У вас линзы объектива, линзы окуляра. Они регулируются. Здесь как колечко вращается. Регулируется фокусное расстояние. Вот. Можно разложить одну сторону, воспользоваться как подзорной трубой. И тут тоже есть компас. И, кстати, линзой можно воспользоваться, чтобы поджечь что-то сухое, разжечь костер. Есть вот такого типа, как одеяло, бланкет. Бланкет – это одеяло по-английски. И оно, с одной стороны, видите, такое вот светоотражающее, а с другой стороны, просто тепленький такой материал. Стоит это… Сейчас найду. Где, Виталик, ты это взял? А, вот. 11.76.
Есть еще просто вот такие, вот бланкет. Весь сам он блестящий, 2,97. Это просто укрыться, и чтобы быстро согреться. Что-то мы еще тут много чего, я пока не снимала, вот думаю, хотя не снимаю. Вот о чем я говорил. Вы попали в плохую ситуацию, забрели там какая-то местность, болото, да, или что-то, и вам надо пить. Вы берете вот такой фильтр, кидаете трубку в лужу, в болото, присоединяете к фильтру, и через фильтр вытягиваете воду. Угу. Она в фильтре очищается, то есть вам не надо таскать какую-то установку. Вот эта вот штука, она помещается буквально в кармане. Прикольно. Сколько сейчас всего? Раньше вот такого вообще ничего не было. Сколько она стоит? Она не дешево. Она стоит $20. Надо сказать, у фирмы Кайнар казахского производства есть подобная штуковина. Мне главное вот это понравилось, что согреться это можно. Вот это берем. Холодно. Берем. Берем. Термосы я еще тут набрала. Такой большой термос. Он вообще-то нам пригодится и на конгрессы ездить, и так в походы какие-нибудь, на природу. Вот такой поменьше термос. Мы еще Виталий взяли. А, мы еще взяли вот такую емкость для воды вот на 5 галлонов. Да. Помыть руки. Можно просто чисто как для питья держать эту воду. Здесь вот. Что еще хотели Виталий показать? Я хотел показать вот такой набор. Это набор первой помощи при укусах. При укусах змей, ос, шмелей, пчел и москитов. Такая вот штука, которая называется экстрактор. То есть, если вас укусили, вы можете прислонить вот эту часть к коже вместе укуса и, оттягивая, по поршень высосать яд. Угу. Вот. Вот, как на картинке, видите. А-а-а. И потом здесь есть какие-то еще... До чего техника дошла? Препараты, алкогольные салфетки. Ну, как бы дезинфект. Это бритва какая-то. Очистить волосы на месте, наверное, вместе, да, укуса. Вот. Почему у поваров хорошая фигура? А как вы считаете? Если вы работаете на кухне чугунной посудой и поднимаете ее в течение дня, вы качаете бицепс, трицепс и грудь. Очень тяжелые, да, чугунные сковородки. Зажигалки, две штучки, Бик мини, 2,24, ой, 3. Я хотела сказать 3, а говорю 2. Вот возьмем, они много места не занимают. Вот какая штучка, 6,88, зажигалка со всякими такими мелкими инструментиками. Штопор, типа ножичек, пилочка, хотя не знаю, нужно ли это все такое мелкое, это настолько мелкое, что не знаю, какой от этого толк. Это что такое? Это еда на 72 часа. Ух ты, это на 3 дня. Да, на 3, на 3 персоны. Это все сухое, такой паёк, короче. Вот как и здесь, видишь, здесь все сухое, ну, сухое. Растворяешь с водой, пюре. Наверное. Овощи с куриным супом. Причем National Geographic, да? Да. Geographic. Брокколи с рисом и что такое чизи. Чизи? Ну, сырное что-то. Вот что мы сегодня купили. Вот такой список. Всего по мелочи, но вышло у нас. Сейчас скажу. 171, по-моему, доллар. Да, $171.34. Налоги $12.69. А так 158 всего вышло без налогов. Но без налогов считать не надо. Только если вы еду покупаете, то считайте без налогов. А если вы покупаете какие-то такие вещи, не продукты питания, то будет всегда налог примерно 9% от общей суммы. В магазине Walmart мы все это купили. Вот столько стоит спасение. Ну, конечно же, это не все еще. У нас уже много что куплено. Это мы просто докупали. Допокупали. Если что, мы не параноики, да, Виталик? Нет. Мы решили, что даже если ничего не случится, слава богу, если ничего не случится, ой, мамочки, он прям почти в решетку, то мы пойдем в поход, да? Обязательно.
а пойдем в поход, в горы, и нам все эти вещи пригодятся. Классные мы вещи сегодня купили, я так довольна. Поехали домой распаковывать. Чемпион!